Добрый день, дорогие телезрители. Приветствуем вас в телекафе «Вечерний Витебск». С вами мы, Артемий Василевич, Иван Павиченко. Иван, я тоже привет. Всем говорю добрый вечер. Хотя ты, кстати, очень здорово сейчас сказал. Добрый день. Это вот если сейчас выглянуть на улицу, у нас здесь темно, то там еще солнце, там светло, там еще жизнь. Ну, я пришел, был еще день. Угу. Да, ну уйдешь уже, все. Ну, тем не менее. Так. Добрый вечер. Я рад тебя видеть здесь. Ну, рассказывай, с чем мы сегодня столкнемся. Я хотел тебя спросить, вот что для тебя переход в разряд классика? И вообще, нужно ли это живущему человеку? Хотел ли бы ты, чтобы, говоря о тебе, говорили, ну вот, знаете, вот Опра Уинфри, Ларри Кинг и, да, Ваня Павиченко. Ну, послушай, ну, во-первых, там уже занято на многие долгие годы. Хочется создать что-то, наверное, свое в какой-то момент. И если тебе уже будут потом подражать, то, ну, наверное, ты станешь классиком, а все, кто тебя подражают, уже, ну, или повторяют за тобой. Ну, наверное, да, ну, все, наверное, кто что-то создает, кто человек работает, занят творчеством, наверное, хочет попасть вот в эту категорию. Ну, я тогда сейчас назову несколько имен, которые соотносятся с именем нашего сегодняшнего гостя, а это не больше, не меньше, как Леонардо да Винчи, Эль Греко, ну, или, хорошо, Энди Уорхол, Альфонс Муха. Ну, и поскольку я уже заинтриговал... Логический ряд, не знаю, как продолжать. Хорошо. Поскольку я уже заинтриговал, я предлагаю уже перейти к гостю. Ну что, будем начинать тогда? Это «Вечерний Витебск». Мы начинаем. И сегодня к нам в «Вечерний Витебск» пришел художник, дизайнер, автор многочисленных проектов, член Белорусского союза дизайнеров, замечательный собеседник и долгожданный у нас гость Александр Вышко. Добрый вечер, Александр Григорьевич. Добрый вечер. Ну вот, дизайнер, теоретик Томаса Мальдонада говорил о том, что различные философии дизайна являются выражением различного отношения к миру. И действительно, сколько, наверное, есть дизайнеров, столько есть и определений дизайна. Вот что вы вкладываете в это понятие? Что для вас дизайн? Ну, для меня как-то однажды сложилось, так скажем, моя трактовка, что есть дизайн. Тогда, когда я еще учился, тогда еще в Белорусском государственном театрально-художественном институте, вот, и много потом было разных версий, все остальное как-то так проходило мимо, а это вот оно осталось. И это звучит очень просто. Дизайн – это новая форма сознания, новая форма мышления. То есть, чтобы получился хороший дизайнер, нужно иметь определенный склад. Ну, я сейчас тогда поясню. Дело в том, что существует... люди делятся на две категории людей. Левополушарных и правополушарных. Соответственно, либо мы физики, либо мы лирики. Художники, творцы. Дизайнер, хороший дизайнер, он хорош тогда, когда он одинаково владеет и правым, и левым полушарием. Ну, таких примеров в истории знаем очень-очень-очень много. Как раз вот Леонардо да Винчи таковым является, и Микеланджело, и еще много-много-много других художников, которые, ну, я бы даже сказал, что и Казимир Малевич, он тоже из этой же самой, так скажем, когорты. То есть вот такая простая формула рождения гения. А вот смотрите, дизайн вообще существует уже давно, да, вот мы можем такой вывод сделать. А слово «дизайнер», слово «дизайн», оно, в общем-то, новое, причем, я думаю, даже для английского языка, ну, относительно, конечно, новое. 16 век. Да? Ну, хорошо. Ну, у нас оно появилось позже. Это с чем связано? С тем, что это появилось у нас как, не знаю, как направление, как объект исследования или... Ну, до этого же не было этого слова, и как? Ну, никак не называли этих людей. Или отдельно там художник, отдельно там архитектор, отдельно... Дело в том, что были узкие направления. Когда занимаешься живописью, ты живописец,
скульптурой, ты скульптор. А в какой-то момент времени возникла необходимость объединять эти виды творчества для того, чтобы создавать пространственную среду, более удобную для жизни, для всего. Вот. И как раз именно из-за того, что появилась необходимость, потребность в людях такого направления, появилась и вот эта специальность. Как таковая, она где-то, наверное, сформировалась в 50-х годах прошлого века. То есть уже конкретно разобрали, что необходим определенный вид деятельности, который смогут делать специалисты, доселе, так скажем, незадействованные. Где-то даже, может быть, и не востребованные. Но слово «дизайн» действительно появляется в иностранном языке в XVI веке. В XIX веке дизайн уже приобретает, по крайней мере, в Англии черты уже научные несколько. И на сегодняшний день мы знаем ряд абсолютно обособленных и абсолютно уникальных дизайнерских школ. А можно говорить о существовании дизайнерской белорусской школы? И какова ее судьба? Ой, вот вы прямо... Что, да. В больку, да, попал? Нет, да. То, что можно говорить о дизайнерской школе Беларуси, это я знаю точно, поскольку передо мной вы... Дело в том, что, ну, давайте немножечко тогда в историю. Мне несказанно повезло. Я как-то в 73-м году закончил школу. Перед этим, после 9 класса, я нечаянно оказался в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде. А вот до 69-го года я все время... переезжал с места на место по военным городкам. У меня отец военный летчик, транспортная авиация, поэтому сам родился в Сибири, жил на Камчатке, на Волге. И вот этот вот момент, так скажем, соприкосновения с прекрасным, он происходил по-разному. Представляете, что в те времена даже цветного телевидения не было, а черно-белый телевизор был где-нибудь у соседей. И если там показывали какое-нибудь кино, то надо было договориться, что вечером мы придем, тихонечко сядем, тихонечко посмотрим, и потом тихонечко, ну, чтобы не напрягать... Хозяев телевидения. Да, хозяев. Вот. И вот это вот примерно вот такое было тогда. Но что самое удивительное, мне повезло с моим папой. Дело в том, что он был очень талантливый человек. И помимо того, что он был руководителем музыкального коллектива военного, он играл на аккордеоне, мандолине, гитаре. Вот. Он собирал открытки репродукции мировой живописи. А так как он был транспортной авиацией, и он облетел весь Советский Союз, везде, где только можно было, первым делом, когда он куда-то прилетал, и если у него было свободное время, он шел в художественные музеи и покупал открытки. И были открытки Ярославского, Астраханского. Я уже молчу про московские, питерские или ленинградские. Вот. И сейчас дома находится 12 альбомов, таких толстых, с открытками тех времен. Так что искусство мне преподавалось дома. А кроме этого, когда жили на Камчатке, военный врач дядя Толя Руднев был любителем, художником. И он писал картины. И я иногда становился за его спиной тихонечко так вот, или садился и смотрел, как он писал картины. И помню вот состояние, да, когда я с нетерпением ждал, когда же он выдавит красную краску и красной краской проведет хоть один мазок. А это Камчатка.
а это зимние пейзажи, а это... И это было так редко, когда была красная краска. Но когда он это делал, для меня наступал праздник. Это вот то, что вот этого касается. Ну и, соответственно, после 9 класса я оказался в Питере. Перед этим поработал почтальоном, побегал здесь по Витебску полтора месяца, заработал немножечко денежек. Двоюродная сестра поехала поступать в университет, предоставила ей жилье в центре Питера. Ну и меня, так скажем, тоже взяли, туда... Взяли с собой. Да, взяли в долю. Ну и вот, короче говоря, я с утра до вечера ходил по Питеру и смотрел музеи. Я обошел все музеи Питера. На Эрмитаж я потратил 7 дней. В последний день, когда я ходил по Эрмитажу, я уже ходил, так скажем, ну, попрощаться до следующего раза с моими любимыми работами на первом, втором и третьем этаже. Были работы, которые оставили очень глубокий след в моей жизни. И были работы, от которых я просто не мог уйти. В Эрмитаже, ну, я могу сказать, рассекретить, это работа Ренуара, портрет актрисы Жанны Самари. Вот как-то она меня тогда задела. И я первый раз 3 часа простоял, потом пошел дальше, потом вернулся, опять простоял, потом на следующий день пришел, опять на нее посмотрел. Вот. И вот этот вот момент, когда я смотрел на работу и чувствовал, что она меня не отпускает, он остался у меня, наверное, на всю жизнь. И для себя я считаю работу законченной только тогда, когда я на нее смотрю, она меня не отпускает. Вот мне надо уже идти, а я сижу, и мне хочется. Вот пока это не произошло, я считаю, работа не закончена. Это то, что касается живописи. Так вот, после того, как я из Питера приехал, соответственно, я уже вопрос не стоял, куда поступать. Я решил быть художником. Ну, как-то художником и из Витебска куда-то ехать. Вон худграф, пожалуйста, ради бога. Но в этом отношении... Но был еще Белорусский государственный театрально-художественный институт, который в Минске. Ну, если по правде сказать, мне сильно хотелось свободы. Ну, я озвучил на семейном вече, куда хочу поступать. Ну, матушка, конечно. Ах, как так? Тут вот и есть вот это вот. Я говорю, ну так сюда можно потом поступить. А мне сначала экзамены. Попробовать, да, попробовать себя. Ну и тут, что после 10 классов. Ну и что нету этих самых никаких. Вот. Ну, правда, после 9 класса, когда я приехал в Витебск, я купил в киоске книжку «Академический рисунок» и читал книжку, и занимался самовоспитанием. Вот. Ну, вот. Ну и, короче говоря, отец поступил мудро, он сказал: поступай куда хочешь, чем могу, тем помогу. И вот я поехал в Минск. Приехал в Минск, приношу на живопись свои работы. Мне говорят: ну, ребят, ну куда ты там? Слишком много красной краски. Ну, нет, красной тоже было тогда немного, но вот. Тогда, ну, подумал еще куда-нибудь, ну, так походил, посмотрел. Вот. Мне говорят: у нас есть дизайн, попробуйте туда. Ну, я думаю, ну, ладно, туда, а потом встану и перейду. Вот. Пошел на дизайн. Там сидел на кафедре мэтр, как раз Игорь Яковлевич Герасименко. Я ему показал свои рисунки. Он так внимательно все посмотрел. Говорит: это кто рисовал? Говорю: я. Когда? Я говорю: ну вот, в мае. А вот это кто рисовал? Спросил он. Я говорю: я. Год назад. А я сделал портрет двоюродной сестры там же, в Питере. А потом приехал, поучился по книжке и нарисовал череп, который взял, так скажем, мне дали в медуниверситете, так сказать, для штудирования. Ибо там в книжке, в академическом рисунке было написано, что череп рисовать нужно. Вот. И по черепу как раз происходило мое обучение. Вот. Я говорю: это тоже я рисовал. Он говорит: это рисовали 2 абсолютно разных человека. Я говорю: нет, это рисовал я. Но для меня же то было хорошо, и это хорошо. Он говорит: нет, это 2 разных человека рисовали. И если вот это, показал он на череп, рисовали вы,
вы будете учиться у нас в институте. Вот это вот слова Игоря Яковлевича Герасименко. Говорит, а экзамен покажет, вы это нарисовали или не вы. Для меня тогда сильно большой разницы не было. Ну, я подал заявление на дизайн. Так я стал студентом Белорусского государственного театрально-художественного института. А экзамены показали, что это, да, действительно, я рисовал. А что же рисовать-то пришлось? А голову, а потом живопись, потом, не помню, обнаженка была или нет, не помню сейчас, две композиции. Притом с одной композицией из бумаги объемной я познакомился только во время практически экзаменов. Ну, был еще там с Толбузиным немножечко проштудировали, он так рассказал. Ну, это было совершенно все новое. Ну, как это сделать композицию из листа бумаги и ничего здесь не удаляя, не это самое, не обрезая, вот прям вот с одного листа. Вот. Ну, я пришел и за 15 минут сделал там вот такую вот штучку. Сделал и поставил за 15 минут. Потом смотрю, все сидят, что-то делают. И я начал вот и так попробую, и тут. И попробую подписать фамилию, чтобы красиво смотрелось. Подходит Игорь Яковлевич Герасименко. Так, вот это не трогаешь. Вот, поставь туда и больше к этому не прикасаешься. Хочешь – уходи. Хочешь – еще что-нибудь делаешь. Но вот это больше не трогаешь. Экзамен длился около 3-4 часов. Короче говоря, я эти 3-4 часа отмучился и так больше ничего не сделал. Я получил 4 балла за эту композицию. Она действительно получилась. Ну вот бывает такое. Раз. Вдохновение. Да, да. Вот, а наверное... конкурс тогда большой был? Вместе с вами много ребят рисовало? Конечно, да? Конечно. Ну, нет, то есть все конкурс... хотели на дизайн это тогда сейчас было? Сейчас скажу. Конкурс был на место, может быть, и небольшой. 3 человека на место, было 75 заявлений, и надо было всего 25. Но то, что 25 и 50... Кстати, в это время... Я не буду говорить. Очень известный белорусский нынче дизайнер-график поступал, он не прошел в этот раз. Он потом отслужил в армии, только потом поступил. И я даже его запомнил еще на этих вот экзаменах. Я вот сейчас слушаю вас и думаю о том, что с такой подготовкой, с такой самоподготовкой у вас было два пути. Либо в художники, либо в музейщики. В итоге вы решили объединить и выбрали дизайн. И, по-моему, очень правильный выход из этого положения. Действительно, мы здесь, в нашем телекафе, с нашими гостями не раз вас вспоминали в связи с разнообразными проектами, событиями, происходящими в Витебске. Вы... известный и как человек, создавший Духовской круглик, музей ВНХУ, Витебского народного художественного училища. Но были же те проекты, которые остались, скажем, только на бумаге. И в том числе проект очень популярного на сегодняшний день торгового центра, расположенного в центре Витебска. Я сейчас предлагаю посмотреть... как это задумывалось. А вы расскажите о том, как появлялась пирамида. В какой-то момент времени я еще не очень занимался унависом и всей этой школой, хотя, в принципе, вот это понимание того, чем они занимались, пришло еще в институте. То есть у нас обучающийся, весь процесс обучения был на тех принципах, которые были разработаны Газимиром Малевичем и как раз школой унавис. Вот. Но так как не было пропаганды тогда всего этого, оно, так скажем, не так афишировалось. И поэтому мы это знали, это были определенные работы, которые мы знали. Мы знали про унавис, вхутемас, вхутеин там, и прочее. Вот. И это было как бы такими рабочими внутренними моментами. Вот. Я даже не предполагал, что особенно начну в этом направлении что-то делать. И тут как-то встречая
так скажем, встречаемся с Мартыновым. Я прошу прощения, я сейчас вас перебью. Если я не ошибаюсь, это рисунок на крыше, который должен был быть, который повторял работу Лисицкого. Нет, он не повторял. Дело в том, что пришел Мартынов и сказал, что вот ему сделали проект, но он мне не нравится, вот то, что сделано. Вот его надо как-то связать с городом, чтобы дать какое-то, ну, сейчас это называется проработать креатив, то есть создать какую-то определенную идею. Я стал смотреть работы так уже более плотно, залез в историю того, что было, как было, в какое время, что творили, связь Малевича с Лисицким. И появилось очень много интересных параллелей. Рисование пирамид, остроконечных, вот всевозможных форм, они как раз присутствовали и у Малевича, и у Лисицкого в это время. А дело в том, что рядышком вот эта улица, которая сейчас шагала, это была такая кожевенная слобода, там как раз жили люди, которые занимались выделкой кожи для обуви, для всего. То есть появилась вот эта вот параллель, не случайно марка, опять же, Унавис, кожа, ну, как-то вот оно все вместе, в одном месте. Как-то так вот очень интересно. И захотелось каким-то образом это связать. И тогда я предложил после, так скажем, каких-то исследований, предложил новую концепцию сделать вот этот центр, чтобы он стал как бы и памятником Унавис, и марка связал, и историю. И вот это вот вроде бы несуразица, пирамида ни с того ни с сего появившаяся в Витебске, чтобы она стала органичная. Если бы ее сделали в таком стиле, как я предлагал, как мне казалось, и как я считаю и по сей день, мы получили бы совершенно другой бы, так скажем, образ. Вот. Притом, три пирамиды. Одна пирамида большая, у меня называлась Унавис, маленькая, и две маленьких, соответственно, Шагал и Малевич. Графика пола, стен внутри пирамиды, они могли, так скажем, повторять какие-то определенные работы, сделанные и студентами, и преподавателями Витебского народного художественного училища. И, значит, одна маленькая башенка, она там предусматривалось поставить инфокиоски, в которых можно было посмотреть историю Витебска, посмотреть и пароход. Ну, мамы ходят, что-то покупают, дети смотрят. Я знаю культурно-досуговые центры и торговые центры. Вот тут как раз было бы совмещение. Да, да, да. Здесь и планировалось совмещение. А на вершину вот всей этой крыши, она сейчас серая, никакая, я предполагал сделать реплику на работу Лисицкого клином красным белых. И она как раз хорошо рассматривалась бы из гостиницы «Витебск». А что такое гостиница «Витебск»? Это туристы, это гости, которые приходят. И когда они смотрят в окно, и тогда уже совершенно другой калинкор получается всего этого комплекса. И он уже становится как бы частью истории Витебска. Более того, краю Двины у меня подразумевалось создать там несколько скамеек, посадить парковые скульптуры Малевича, Лисицкого, Ермолаевой. И они ведут какую-то определенную беседу. И можно было бы с ними присесть и с ними побеседовать на тему искусства, развития современного искусства. И, собственно говоря, вот такое место я предполагал создать в городе Витебске. И очень-очень интересно сейчас вы высказали идею по поводу гостиницы «Витебск», потому что человек приезжает, человек, возможно, впервые оказывается в городе, поднимается в номер, видит супрематическую, соответственно, картину, и уже это первое впечатление от города, и город начинает раскрываться, первое знакомство, оно запоминается лучше всего, как известно. Но вы сейчас рассказывали так увлекательно, я подумал, что у вас эта идея, такое ощущение, что созрела уже когда-то очень-очень давно, а здесь она пришлась кстати, нет?
Сейчас поясню. Я с этой идеей оказался в Эйндховене на неделе, угу. на неделе международного дизайна. Вот. И представлял там этот проект. И вообще Эйндховен – это удивительный город. Там мэр не может шага ступить, он не может ничего сделать без согласования с главным дизайнером всего этого пространства. Поэтому Эйндховен – это удивительный город, это про него можно отдельно говорить, про выставочные площадки, которые существуют в каждом магазине, притом это действительно произведение искусства, это новое, новое. Что такое дизайн? Дизайн – это всегда новое, это не повтор, это не тираж. Даже если тираж дизайна, это тоже дизайн. Кстати, ну ладно, это потом. Не будем вспоминать. Я думаю, у нас еще будет время и на ту тему поговорить более. Вот. Так вот этот проект был показан в Эйндховене. И вот этот человек, главный дизайнер города Эйндховена, сказал, если у вас в Витебске это состоится, я обязательно к вам приеду на открытие этого. Но, увы, это у нас не состоялось, и он сюда не приехал. Ну, я думаю, что еще все впереди, все проекты впереди. А мы сейчас сделаем небольшой перерыв для того, чтобы вместе с Сергеем Марковым и рубрикой «Строкатые патерки» продолжить открывать новое в родном белорусском языке. Привитание, сябры! Не завжди з нашими вакенцами зяє сонейка. Часом бывает такое надворье, что только хочется сховаться под коудру. А ведаете, як называется самый-самый мощный дождь, який раптовно начинается и также раптовно заканчивается? Гэта залева, ливень. Калі кажешь залева, одразу уявляешь сцяну воды, а паўсюль бліскаюць маланкі, грыміць гром, адным словам, навальніца. Але ж не забывайцеся на тое, што ў надвор'і, як і ў нашым з вамі жыцці, усё проста, за чорнай паласой ідзе белая. І трэба проста перачакаць гэтую залеву, а потым атрымаць ужо асалоду ад неверагодных водараў і ад шчодра абмытай вадой прыроды. Жыццё наша часам зусім непрадказальнае, таму давайце кожны дзень ва ўсім шукаць прыгожае, добрае і цікавае. Нават у заліве. Да сустрэчы, сябры! Мы вновь в телекафе «Вечерний Витебск», где сегодня беседуем с художником, дизайнером, замечательным собеседником Александрой Вышкой о белорусском дизайне и его воплощении в жизнь. Ну что же, а вы в 2012 году работали вместе с Александром Наумовичем Митой над фильмом «Шагал Малевич». Фильм, который, большая часть которого, по крайней мере, снималась в Витебске, вы выступали в роли художника-декоратора. Если я не ошибаюсь. Было такое. Отсюда вопрос. И что привело вас на эти галеры? Дело в том, что я всегда... Мне было всегда интересно попробовать себя в чем-то новом. Поэтому у меня есть и оформление спектаклей в театре «Кубок Колоса». Вот в свое время вместе с Шульманом, Крумером работали над постановками. Ну, это может быть отдельно. Вот. Работал я, занимался и мультипликацией, занимался еще другими какими-то моментами. Всегда было интересно себя попробовать в чем-то новом. К тому же, я говорю, что я мультипликацией занимался, и к кино у меня всегда было такое теплое отношение. И так получилось, что в какой-то момент меня пригласили делать декорации, ну, для того, чтобы как бы сэкономить бюджет, чем вести художников из Москвы, там, или из Минска, или еще откуда-то,
так скажем, организаторы этого проекта, они попытались найти на местах представителей, которые смогли бы воплотить вот эти вот идеи по созданию данного фильма. Там, где у них не получилось, они пригласили ребят из Москвы, собственно говоря. А там, где они видели, что это все может вполне нормально произойти, они, значит, обратились, и мы работали над этим фильмом здесь. После того, когда мы познакомились, мы вышли в город и стали проходить по тем пространствам, которые необходимо было задействовать на съемках фильма. Выбирали натуру. Да. А выбирали вы или выбирал режиссер, или как вот происходило? А мы вместе шли, и шла какая-то такая, и художник-постановщик, главный художник-постановщик был, и директор, и еще там люди, и так ходили, смотрели, вот это хорошо, вот тут вот нормально, вот здесь вот может быть, здесь вот с помощью компьютерной графики это мы уберем, вот здесь вот мы оставим, вот эта вот точка совсем хорошая, здесь мало вот этого новодела и всего прочего. Еще планировалась улица Толстого, но из-за того, что там как раз построили вот этот... Там современное здание, и которое, вот, ну так же, как и вверх немножечко туда, тоже не очень нормально. Ну и вот как-то так вот ходили, ну и потом мы спускались уже вниз после того, как посмотрели, и... Так, в задумчивости, работы много, как это все дело делать, как... Вот я говорю, не знаем прям с чего тут и начать, говорит директор. Я говорю, так надо вот так. Он на меня так посмотрел, нормально. И мы пошли ко мне в мастерскую. Пошли в мастерскую и заключили договор. Я спросил, говорю, а что это вот как-то так быстро получилось? Ну, мне сказали, что еще будут присматриваться. Говорит, а после того, когда предложили вот это, как это делать, а я сказал, что да, очень просто. Берем фотоаппарат, фотографируем те точки, которые нам нужны, разрисовываем, что на них будет, потом обмеряем вот эти вот места. Технический работник снимает все эти размеры, что нужно закрывать, какие части. А на них мы уже потом подрисовываем уже все остальное. То есть получилось, что там, где была большая проблема, она решилась буквально вот раз и все. Вот. Ну, он говорит, когда я это услышал, я понял, что все будет дальше нормально. Надо было вот эти вот закрывать, да, все вывески, пластиковые окна. Да. Всегда в фильмах есть люди, которые в фильмах выискивают пластиковые. Давай мы сейчас попробуем посмотреть, как это все происходило, потому что у нас тоже есть набор фотографий. А вы будете это комментировать. А вы будете рассказывать, как вот это создавали. Вот я в мастерской, первые плакаты. Это, я так понимаю, это вы подписываете контракт? Нет, это уже после контракта. Получилось так, что главный художник, он начал делать первую работу, решил показать. Ну, он что-то там делал, но я как-то нечаянно его перебил и туда тоже внедрился. Потом говорю, ну ладно, на, отдаю кисть. Он говорит, не, уже, говорит, я не возьму. Я говорю, а что такое? Да я вижу, работает профи. Ну, это, конечно, так, это просто была его фраза такая. Вот, мне, конечно, понравилось то, что он, как он отреагировал. И после этого я больше никого в мастерской не видел. Ни Мету, ни главного художника. Они занимались своими делами. Вот тут вот как раз идет прием вот этих эскизов, которые мы делали в этом большом ангаре. И вон там вон сбоку стоит Илья Гурко и Степан Дроздов. Это когда мы сделали уже вот эти штучки, наклеили. Их надо было подстарить немножечко. Вот тут вот мы старим вот эти вот. Это тоже были придуманы определенные технологии, как это все дело печатать, на чем печатать, как делать. Все это было довольно-таки удачно сделано. И сначала нам хотели дать в помощь двух художников. Вот тут можно чуть-чуть притормозиться. Не вот. Получится, да, потом да, вернемся. Нет, я просто к тому, что вот на этом месте. И получилось так, что как вы сможете вчетвером это все сделать? Ну, еще помогал мой сын Иван Вышко, он тоже. Вот мы вчетвером работали. Я, мой сын Иван Вышко, Илья Гурко и Степан Дроздов над этим всем. Вот. И когда мы это все закончили, вот... У нас еще осталось время. Они даже не, не,
были удивлены, как это так мы сделали, и все это очень быстро. И вот этот вот... Вот эту машину, броненосец, как мы его называли в потемках, вот, нам дали его как бонусом еще дополнительно, потому что те, кого нам хотели дать в помощники, они не справлялись со своими работами, они еще свое, ну, надо там за кинотеатром Беларуси, они не успевали делать. Поэтому... А там еще одна локация была, да, где снимали дом? Да, да, да. Да. Пожар, ну, там же, по-моему, да, снимали? Да, да, да. И, кстати, вот тут вот куча декораций, они автоматически туда забрали. Часть декораций не стали использовать на тех домах, которые по Толстого, и они все ушли туда, и, собственно говоря, там получилось, как бы отработали две площадки, и здесь, и там. А какая дальнейшая судьба вот этих произведений искусства огромных, которые вы создавали вчетвером, но тем не менее? Ну, здесь вообще очень интересная история. Потом подошел директор и говорит, ты знаешь, говорит, когда увидели те, кто давал деньги, ну, хозяева всего этого, они эскизы поделили, вот эти вот, которые мы расписывали, еще до начала съемок. У кого что будет на даче висеть? Сказали, что какой-то дух особенный идет от этих работ. Энергетика. Энергетика, да-да-да, они это почувствовали. И это все было уже поделено. То, что не поделили, то, что осталось, да, это моя фотография, которую я снимал в последний день, когда был пожар. Ну, это вот, до того, как это все сожгли, правильно? Ну, это во время. То есть это в стороне, где это еще не горело. А революция уже началась, уже поджигали. Это я ходил и просто фотографировал иногда. И вот сделал такую фотографию, и она для меня является как бы, ну, символом всего этого фильма. Вот какая-то такая получилась. И когда я ее опубликовал, пришло много-много-много всяких интересных отзывов по поводу этой фотографии. Ну, и от одного известного фотографа: а вы еще и фотографировать умеете? Ну, ответ прост. Я дизайнер. Я совмещаю себе все. Да, дело в том, что у меня проект дизайнерский, дипломный, был из серии работ по фотоколлажам, фотографике. Вот я делал смотр безопасности ГАИ. Вот такая злободневная тема была. Вот. И надо было найти решение, чтобы очень легко можно было печатать вот эту всю продукцию для донесения информации. Поэтому я выбрал вот этот черно-белый вариант. И было предложено очень много всяких интересных моментов по этому проекту. И несколько было у меня еще рисованных плакатов. Самое интересное, когда в 86-м году я оказался в академии, ну, тогда еще театрально-художественный институт, на кафедре дизайна, я зашел, и у Заневского Анатолия Нарцисовича, он был тогда завкафедрой, висело в кабинете две работы. Одна была моя работа с моего диплома, а вторая работа была Цеслера Володи. Вот так вот. Интересно, мелочь, но как-то так тепло было на душе. Я бы не сказал, что это мелочь. А в плане работы художника, вот этот вот кинематографический опыт, он был полезен, интересен? Тут получилась очень интересная вещь. Дело в том, что вы сами помните и видели по кадрам, что была очень солнечная погода. И умея фотографировать, зная этот процесс, я отказался вот в этих декорациях от белого цвета. И я белым цветом сделал нейтральный серый, понимая, что если при съемках будет... Понимаете, да, что происходит с белым? То есть никто это не говорил, это чисто вот мой опыт. И когда мы показывали, и там был очень-очень-очень серьезный оператор, вот на некоторых кадрах рядом с Метой стоял, вот, у него не было ни одного нарекания, и у Меты не было. И потом подошел директор, говорит, мы перед этим были, вот там металл, гром и молнии, там, говорит, первый раз увидели его улыбающимся. Это как раз, когда они смотрели на то, что мы сделали. Поэтому... Потому что сходится и цвет, и свет, и постановка кадра.
Ну, вот это я и говорю, что это и есть дизайн. Не то, как я хочу, а как это, что следует сделать так, чтобы максимально, так скажем, решить задачу, поставленную на конкретный момент времени. Мне кажется, мы сейчас подошли к ответу на вопрос, который задавали в самом начале программы. Так что же с белорусским дизайном, да? Вопрос, который так и остался у нас без ответа. Дизайнеры есть. Белорусского дизайна как такового нет, потому что он, к сожалению, не востребован. То есть те люди, которые думают, что они заказывают дизайнерские проекты, они заказывают не дизайнерские проекты, они заказывают оформиловку. Вот. Немножечко, ну... Хорошо, тогда от практики к теории, если говорить о теоретическом белорусском дизайне, он должен иметь национальный характер? Вот знаете, где я с дизайном у нас в Витебске столкнулся совсем недавно? Вот, буквально 3-4 дня назад. И я сказал, вау, как круто, ай да здорово. Как ни странно, опять ГАИ. Вы про новую разметку на улице Ленина или Абсолютно. Что? Серьезно? Да. Дело в том, что... Догадался. Дело в том, что моя мастерская находится как раз недалеко от пересечения Шагала и Ленина. И мастерская у меня с 84 года. И вот этих бум я слышал уже так много. И когда я выходил, я понимал, что там вот эта вот разметка, она совершенно... Для того, чтобы, так скажем, повернуть вправо на ряд и сузиться, надо было притормозить. Те, которые сзади едут, не все знают, что там надо притормозить. И вот этот бум получался. И вот этого бума, благодаря простой разметке, не стало. То же самое, кстати, и в районе Спартака. Тоже очень грамотно. Дом кино. Там да, разворот да, сделали, которого да, не было да, почему-то. Да, да. И когда я посмотрел, я так по-доброму порадовался. Наконец-то вот здесь. Да, там, правда, совершилось совершенно другое деяние, которое для меня лично не сильно хорошее. Ибо теперь... А у меня вход только с улицы Ленина. На этом месте машина не только не может остановиться, но она даже не может подъехать к подъезду, чтобы встать, потому что там этот клин... А? Это спорт уже начинается. Это пройтись, прогуляться. Так и нет. Ну, а если надо приехать и что-нибудь разгрузить? Ну, я думаю, что этот вопрос каким-то образом можно... Все равно решится. Абсолютно. Нет вопросов, которые невозможно решить. Есть... моменты, пока мы это просто еще не знаем как. А вот вы скажите, вы человек-перфекционист вообще по своей натуре? Вот когда вы идете мимо, ну вот у меня боль, я когда вижу, что что-то криво висит, или что-то абы как покрашено, или где-то что-то там неровно. Ну вот для меня это пытка, и я работаю над собой, но у меня пока еще не получается. И все, кстати, мои коллеги об этом знают, что я страдаю, если что-то где-то не идеально. У вас есть такое вот... Вы же еще смотрите с профессиональной точки зрения. Да, так вот меня и сын так назвал, он сам тоже такой же. К сожалению, это есть. Не знаю, к сожалению или не к сожалению. То есть есть много таких моментов, где вот это чувствуется. Ну, наверное, вы читали одну из статей Крыженевского, вот, где я как раз про это пишу. Настолько, ну... Есть хорошее слово, но я его не буду произносить. Хорошо, потому что оно нехорошее. Тогда вернемся к дизайнерским проектам. Нет. И вот этих вот моментов возникает очень много. Поэтому я и живу здесь, на Советской улице. И от того, чтобы с этой улицы пройти до мастерской, так скажем, я исключил... Максимально исключил попадание всего вот этого вот в поле зрения, потому что иначе, когда приходишь в мастерскую, если раньше я ездил с югов, вот, то приходил такой разбитый от всего этого, и для того, чтобы работать, я приезжал вечером, так скажем, просыпался со свежей головой, и тогда начинал работать, потому что если я с югов добирался до мастерской, у меня уже день был почти испорчен.
Но город все равно развивается, город улучшается. Еще как развивается. И вы к этому тоже приложили руку. Потому что одновременно с тем, когда снимался фильм «Меты», началась работа по созданию музея ВНХУ, Витебского народного художественного училища. Нет, она попозже началась. Вернее, так скажем. 2013 год. Нет, вот после «Меты» я уже решил, что это последнее, что я сделал в Витебске, и пора уже на более серьезные проекты куда-нибудь. Вот. Но у меня получалось, для меня город Витебск – это город зеро какой-то. Вот. Уже сколько раз я пытался из него. Вот. Но каждый в какой-то момент, когда я вот все, сейчас я уже отсюда, вот подворачивалось что-то интересное, не отпускал. Не отпускал. Ну, мы на эту тему сегодня разговаривали. Вот, ну ладно. Вот, что уже два момента было звоночка, где я уже понял, что... Вот. И как раз тогда получилось не город и не этот музей. Тогда появились мои новые работы в новой технике, которые раньше я называл светодинамические объекты, светодинамическая живопись. Сейчас я это течение называю light volume. Вот, которое, так скажем, появилось и случайно, и не случайно одновременно. Это получилось так, что ко мне в мастерскую в гости зашел Денис Правда как-то. Мы с ним сели за стол, вот так вот пили не кофе, но чай. И было тоже очень здорово, и мы сидели, разговаривали, и проговорили с ним бесконечно долго. В конце концов, мы с ним решили, что сделаем в Витебске выставку. Вот. Ну, решили, потом как-то так еще с ним один раз встретился, и потом он пропал. И его не было 4 года, я вообще про него забыл. И вот за это время я начал создавать совершенно новые для себя работы. Вот. Ну, а потом получилось так, что когда Андрей Духовников зашел в мастерскую и говорит, пора показывать, я говорю, так давай и назначай, когда. Он говорит, тут все забито, но на ночь музеев, на 2-3 дня, ради бога, можешь. Ну, там будут еще 2 человека, тебя интересует? То я говорю, абсолютно не интересует, мне это по-сиреневому, так скажем. Вот. Ну, это по-сиреневому, это родилось у нас в мастерской, эта фраза в свое время. То, что уже художники же знают много. Да, а родилась у нас, потому что все тогда говорили по-фиолетовому. Вот. А мы в мастерской решили по-сиреневому. Это как фиолетовое, только разбавленное белым. Вот. Ну, ладно, это уже другая история, как это происходило. Тоже много интересного с этим можно вспомнить. Вот. Так вот, пришел я развешивать свои работы и слышу задорный смех. Там где-то рядышком такой вот совершенно характерный для Дениса. И оказывается, он развешивает свои работы на соседней стенке. И то, что мы с ним проговорили 4 года назад, совершенно непонятным образом в этом же помещении, в этом же формате, как мы говорили, все это состоялось. Его были работы со светом, мои работы были объемные, в которых я пока не мог найти свет, но у меня четкая задача стояла, как же делать этот свет. Совершенно не хотелось возиться с электричеством, не хотелось эти светодиоды, Китай и все остальное. Остальное как-то, ну, как говорится, кинь туда запрос, и он тебя найдет, при том из того, что уже знакомо. В этот же вечер, когда открылась выставка, мы уже мои работы посыпали светящимися порошками, смеялись, разговаривали. Первая работа, которую посыпали, был «Хранитель огня». Вот. И вот та работа, которая, кстати, оказалась этой осенью на одной из выставок в Париже, в Лувре. В Париже, в Лувре, да. Это тоже. Именно вот на ту работу тоже впервые был посыпан порошок именно в ту самую ночь музеев. Потом Денис пришел, говорит, давай здесь сделаем выставку. Говорю, ну, давай сделаем выставку. Мы сделали выставку. Вот. Открылась она за 2 дня до закрытия Славянского базара. Пришли представители эстонского телевидения, совершенно нечаянно гуляли, зашли сюда. Побыли, сказали, что это самое лучшее культурное пространство города Витебска.
Ну, извините, а эстонские журналисты, они к концу фестиваля подъехали, да? Да, ну вот за два дня до закрытия Славянского базара они пришли туда, и потом мы сделали какой-то маленький ролик, он пошел на Европу. Я прошу прощения, к концу фестиваля, это сейчас такая была интеллигентная шутка про медлительность эстонцев? Можно было не акцентировать на этом внимание. Так. 2013 год, вот за два дня до закрытия Славянского базара, как раз вот мы так и открылись. То есть торопиться не надо. Вот мы хотели, конечно, к началу, но помните, я вначале говорил, вот когда не отпускает, тогда она закончена. А так, ну зачем показывать полработы? Вот. Но зато потом с этим пространством было связано очень много удивительных моментов. Ну что же, я думаю, что к музею мы сейчас уже не подойдем, потому что у нас осталось очень мало времени. Вы знаете, в конце каждой программы мы желаем всего хорошего, чтобы было больше творческих идей, больше планов. Сейчас я могу пожелать только одного, чтобы мы с вами поскорее встретились опять и продолжили наш прерванный разговор. Вот, и я думаю, что так оно и будет, что скоро мы его продолжим. Вот, ну а за это время есть еще время подумать над тем, чем я хотел закончить сегодняшнюю программу. А хотел я закончить вопросом о том, вот у нас прошли ряд юбилеев, об этом мы еще тоже поговорим, но предстоит юбилей 1050-летия города. И, может быть, есть уже какие-то идеи, может быть, есть какие-то проекты. Я думаю, что вот с этого мы и начнем следующую программу. Спасибо вам огромное, Александр Григорьевич. Ну что же, и до встречи. Благодарю. Ну что же, а вам мы желаем хорошего вечера. Пока. В завершении нашей программы Дарья Матвеева, музыкальный номер. По возможности оставайтесь дома, мойте руки и берегите себя. Пока. Своего. В том бою он не поднялся больше, навсегда остался прах его. В той далекой незнакомой Польше дед тогда был молод и силен. Он тогда еще и не был дедом, но в огонь был брошен батальон, чтоб на миг приблизилась победа, а в родной российской стороне ждали там его жена и на свете, на земле, разорванной войной, заросли давно травой воронки. Мы ж храним, как талисман святой, два письма до эту похоронку. Дед с портрета смотрит на меня, как они с отцом моим похожи, только все же разница одна.
Никого на свете. А когда весенний месяц май празднует великую победу у подножья вечного огня, низко в пояс поклонюсь я деду. На свете.